Как известно, уборка зимой пшеницы во все времена была нелегкой задачей. Но как бы трудно ни было, хлеборубы сегодня с урожайностью 60 центнеров с гектара продолжают уборку озимой пшеницы. Хозяйство Скорбея Хаджирокова в числе первых приступило к уборке. Поле, общая площадь у нас уборочная 370 гектар. Убрали 170, остальное завершаем. Ну, ориентировочно думаем завершить дней через 5, если погода позволит. Последний раз после дождя 3 дня стояли. Два комбайна, Дон 1500. Ну, Т-150 дежурит с плугом. Такое все, ну, противопожарные меры. Урожайность как бы сейчас дает, ну, по убранной площади, судя, 62 выходит центнера у нас. А дальше, ну, все уберем, будет, ну, примерно в таком же, думаем, числе должно быть. На сегодняшний день по уборке озимой пшеницы результаты по району следующие. Из 15 059 гектаров убрано 8 723 гектара с урожайностью 61. Валовый сбор составляет 50 210 тонн. А нам хочется пожелать данному хозяйству, а также всем земледельцам района, успехов и богатых урожаев.